По одному мне два. Просто по паре каждому сейчас выпьем и все, и спать. Я буду выбивать верхнюю. Блин, божик. Сука, старость куда полезла, нахуй. Ой. Ой. Не, это позорно. Надо привыкать. Да, Натя. Я тоже буду? Да, конечно. Бля, да не ебал. Надо тайминг. Я не могу. Угу. Куда его вставлять? Ну да. Сюда вот? Да. Ты понял, как схилась? Не совсем. Смотри, ты двигаешь главное на середину ботинка, и потом нажимаешь up и опускаешь только тогда, когда ты хочешь попасть, понял? Опускаю up? Да. Когда попасть? Не сейчас, я да. Я понял. Ну типа смотри, когда если я подниму, я если ты нажал up и отпустил, то ты все проебал уже. Отпустить нельзя. Отпускать, отпускать только тогда, когда нужно это, да, попасть. Короче, скажи мне просто, когда зажать и когда отпускать. Зажимаешь, чтобы она пошла вверх. Зажимай, все. Все, отпускай, когда, да, когда нужно это. Попасть. Хорош. Парни, ебачил лыжаки. Да, не, кстати, там реально возможно вообще два. На самом деле здесь все по таймингу. О, дай мне потом еще один. На самом деле нужно, слышишь, смотри, нужно метить в одну штуку и по таймингу отпускать, понял, Вань? Не, все, я без рофла выбью. Я понял. Я тапки себе выбью. Вань, по таймингу. Самый проще, наверное, самый низ выбить, мне кажется, потому что ты можешь тайминг рассчитать, понял? Вот самый первый кроссовок, поэтому он самый хуёвый там. Думаешь? Мне кажется, да, потому что ты можешь рассчитать тайминг за две попытки. Не, мне кажется, легче вот это как-то. Нет, попасть нереально, тут тайминг должен быть. Тут должен быть тайминг. Вот смотри, нажми и на счет раз-два отпусти. Я тебе серьезно говорю, давай, давай. Я говорю, ты идешь и покупаешь себе жетон. Нет, раз-два, смотри, давай, раз-два. Блядь, какой же долбоёб, ебаный рыжий, блядь. Не, таймингом можно, кстати, реально. Да нереально, тут тайминг. Кстати, тут... Дай мне, пожалуйста, жетон. Иди покупай сейчас. А чел тебя засканил все на жетон. А где жетон? Нету. Я тебе отдал. Че, еблан? Не, ты мне не отдал все, жетон. Все, ты не отдавал жетон. Ты не отдавал жетон. А, ладно, я не отдавал на твой. Ебать, ты че? Вань, на тайминг нижний самый. Я думаю, окей, что, давай. Я че, его съел? Надо? Просто на тайминг, самый нижний. Вот так, да? Как? Да, давай. Видел? А, вот так, там, понял? Там не пролазит эта штука. Ну, я пролазит. Идешь еще? Алло. Пролазит, нет. Нет, не пойдем, бери. Это скам, нахуй. Ну это не, нормально. Там можно предрочить. Можно, то понятно, что можно. Нужно домой себе такой аппарат купить, это имба. Что, ты будешь на вся скамья? Нет, я научусь и буду просто ходить по торговым центрам и выбивать призы себе. Понял? Не, кстати, это без рофов прям вообще охуенно тебя. Ну реально, так и есть. Он будет покупать жетоны, короче, приходи бы у челы просто и... Я бы на обратном пути зашел бы еще бы это. Не, без рофов тут хотя призы нормальные. Да в смысле, так это выбить еще надо. Это очень тяжело, прям пиздец. Там надо прям миллиметр, там даже никакого, блядь, миллиметража нет. Тебе прям надо прям точно прям. Это как вот, как в кубе, понял? Братан, что скиллзор еще? Да. А что тебе 27%? Ты вообще ебанулся? А что? Куда ты потратил? В смысле, мы когда начинали, было 100. Реально? Да. Ой, это та бабушка, нет? Это не 13. Которому... На у меня монеты есть, слышишь? Что там? У меня монеты есть. Какие монеты, брат? Ща. У меня, если что, блядь, у меня не 13-й просто, понимаешь? А, у меня мало монет. Лол, а что так мало? У меня ничего нет, я говорю, давай снимем бабки, блядь. Давай я, скину тебе на карту, и мы сделаем красиво. А, не, у меня есть монеты еще. Топган закрылся, гайз. А реально? А может и нет. Вот Топган, велосипед. А, вот внутри, куда вот надо зайти? За носиком? За носиком, чат? Сейчас сначала там, потом на маникюр быстро. Ты же недолго был. Здрасте. Пойдем, подержи. Да. А можно вот бороду что-нибудь бородой сделать? Или запись нужна? По записи. Сейчас нет свободных мастеров. Самое раннее в 17:30. О, все, это для нас. Спасибо. Это поздновато. Ну да. На заброске в 17:30. Сегодня выходной. Одной. Дальше еще есть. По парке? Да тут везде сейчас так будет, мне кажется. Нет, парк. По парку шел, да? Что, а? Не знаю, ты хочешь ты здесь бороду делать? А почему нет? А что там? Хочешь? Там есть? Может. А можно бороду будет делать молодому человеку? Погромнять что-нибудь такое. Куда мы пришли? А что там, Димон? А что делать? Мы хотим что-то прикольное сделать. У нас стрим идет для контента, ну и подравнять городу просто и так далее. А, ну... Там больше тебе не понадобится скилл с банановкой.
Ну, опасно вообще не делаем. Да. Мы за естественность. Мы всяких, без всяких линий, там, ровки, да. Чё, Ваня, подтяжёшься? Чисто сейчас сделаем сразу образ для заброшки. Что снимаете? Делали. Ну, мне бриди в Сочи голову хотел сказать, бороду опасно бритвы. Ну, просто бриди, точнее, не бороду, а просто бриди. Ну, вообще они запрещены. Это ж... А? Я думал, это молоток. Это какой? Нет, это что? И уснул просто. Да почему я все нормально? Спаси мемчик такой. Я на чиле. Сфоткайте вот так вот. Ты ни разу не был в барбере, да? Нет. Не один раз ухо, короче. Батя, тебя скиллс не узнать уже. Думаешь? Да. С бровями работаете, нет? Ну, а что брови там постричь? Ну, я не знаю, там, чтобы здесь вроде срослось у нее, чтобы, наверное, не срасталось что-нибудь такое. А, там, ниточки, понял, понял. С бровями тогда в другом месте потом. Где-нибудь. Фил, ты как? Нормально. Ты ни разу не был в парикмахере? Кстати, просто я смотрю. Всем идет? Ну, есть такой, типа, крайний, что лопоухий, смотря, не идет. Блин, ну мне, например, на лысо бы, наверное, не пошло. Ну, смотря с чем сравнивать, с прической, с твоей нынешней. Ну, короче. Ну, лучше пробовать. Лучше ну, попробовать, не пойдет. Блин, ну это рискованный шаг такой. Не обязательно прям вообще. Прикольный, кстати. Сколько народу сколько? Нас? Да. Почти 10к. Давно место? Давно место? Пойдем, наверное, на улицу, чтобы... Ты будешь спавкать или просто? Да. Давайте на улицу. Ну-ка. Имба. Ну аккуратно, чисто, ровно прям. Это не то, что дома бритвой, просто ты вот так вот себя побрил под насадку. Он ванишь? А? Выйдешь? Да. Сколько? Здорово. С преображением. Да. Мы использовали подкат Ивана с самого первого шоу подката, который он решил говорить. Ванёк, дай зарядку. Который он сказал до стрима, но он не побоялся. Сегодня не на стриме, а на видосе. Блин, я в тачку. Нашел меня. Куда ты, Диман, полез? Давай, Диман. Дай флип. Померимся. Дай, Диман, дай. Давай. Давай, скилл, короче. Опа, пошел, пошел. Скилл, куда ты встаешь? Куда ты встаешь, значит, на край? Она типа шатная, прям очень. Так она специально трюковая. Я понимаю. А ты умеешь бэклип делать что-нибудь такое?
Это вообще не моя. Нет, это моя. Это моя. Но мы новички. Я учусь. Чисто взяли доски? Да. Не учусь. Правильно? Нет, надо. Позерки чисто, да? Типа того, да. Не, раньше меня учила в коридоре, была доска, я всегда... Гладильная? Что ты, я решил сломать пополам просто? Нет, нет, там же можно вставать. Топ-3 трюга на гладильной доске. Блять, просто сейчас, как? Сейчас Степан сломает просто, блять, гей. Оли? Оли. Хорош, сюда. Это подашь. Все, пацаны, давайте. Все, пацаны, давай. Пока-пока. Удачного стрима. Спасибо. Иван? Задари, задари. Охуенно, охуенно. Можно вопрос? У тебя там шрам? Какой шрам? Нет, парни, это... Нет, парни, это он просто такую сделал хуйню. Там нет шрама. Нет, это не шрам, это нормально. То, что... Нет. Если ты про бритву... Нет, голову вверх подними. Красное, вот это, да? Нет, вот, видишь, волос нету. Так нет, ты что, так это нормально. Какой нормальный ты, Иван? Дурачок. Бля, ты... хочет... Это не шрам, то Ванёк хочет выёбывает. Что-то доказать. У чела борода козлина растёт, ничего не видно. Въебланы? Что? Так он там знает, что делать-то надо, блядь. Как? Чел? Хорошо, ладно, парни. Пусть, мне кажется, это так и должно быть, место ладно. Место пиздец как атмосферно. Где тут атмосферно? Не, ну оно, ты, да, ну такое. А, ты, не, реально, мне кажется, они, знаешь, когда нет, они, мне кажется, там это, нормально, типа нормально, паровозы там. Там даже вон. А, это рост волос такой? А мне просто казалось, когда он старик, он, короче, каждый раз тыкал в одну и ту же точку, и мне казалось, что он должен там сбрить. И так и получилось. Так это, нет, это реально выглядит специально. Здесь даже прически делают какие-то молнии там, вот эту хуйню. Все, на бровки идем? Бровки — это салон красоты. На бровке, скорее всего, так не получится. Не, вот бровки как раз получится. Почему? Не, не, запись надо. Не, занят. Бровки легко. Бровки делаются 10 минут. Не, обтирать. Кстати, бровки ты им бабу, потому что бровки ты будешь плакать. Ты будешь плакать. Ремонт. Почему плакать? Потому. Ты еблан? Пойдем в салон красоты. Слышь, не плакать, Диман, ну, потому что ты будешь плакать. В смысле? Ну, в прямом. Ну, хорошо, платил 1000 я дал. От чего? Откуда бить? Да, Ванёк, ты чё, ну, блядь, что? Дай лучше бабушке, которая на скрипке играет, деньги, которые ты купишь жетоны, нахуй. Ну, ты такой скам пиздец. Какой азартный, вот встал, в лудку ушёл, и теперь везде хочет. Да, тебя брови ущипнули. Не, мне ущипнули брови, но... Не. А вы будете пинцетиком? Боится просто. Не, не боюсь. Сейчас поплачет. Да и не плачет, мам, сколько. Не снимай только. Да, я понял. Водичка сама. С лимоном без? Просто обычно водичку. Останется на вас, чисто. Скинь, давай покажу брови до. Да. Сравните. Сделайте клип. Клип сделайте, чтобы брови до и после. Потом можно мемчик будет бахнуть. Можно вообще сказать, что все брови сняли просто. Может, у меня... Откуда ты знаешь, может, у меня вообще накладные? Я просто сейчас вот так вот, и там ничего нет. Просто кожа отойдет с брови, став. Ты воды попросил? А? Воды попросил? Да, водички сейчас. Да жарко что-то чуть-чуть, знаешь. Я у тебя попью еще чуть-чуть. Скилл, у тебя стримы сразу выкладывают? Нет, брат. Спасибо. Ну, там клип-то будет сразу. Там Егетыч, если в чате, Егетыч может сделать. Ты что, одну стопку, один стакан такой? А? Один стакан такой? Да. А можно еще водички, если вам не тяжело? Спасибо, нет, без лимона просто. Подойди обычно туда, чтобы не достали. Он сегодня чисто красавчиком будет. Вообще тоненький, да, будет у него? Ну, как у Димана можно такие сделать. Ну, я, кстати, тоже, если честно, брови. Ну, я просто не буду, потому что долго, иначе не буду, когда я бы брови сделал. Нет, правда. Да? Да, там зарядки мало, да, зарядки? 13%. Ну, лучше, чтобы у меня сроки было. Ну, ладно, давай. Я хотел бы, чтобы брови было видно. Можно поближе встать. Если будем мешать, скажете, ладно, что? Да. Ладно, это у тебя слезятся. У меня слезятся, ну, очень сильно. Ну, ты потому что не умеешь. У кого слезятся? У меня даже есть какой-то момент, когда я просто хочу встать и уйти, но я понимаю, что нельзя так делать. Потому что уплочено. Только из-за этого? Ну, да. А мы делаем там четкую форму, четкий форму. А как красивее, кстати, будет?
Я могу отсюда вообще. На Инстаграм? Да. Чисто скилл, сделаешь бьюти-блок у себя. Угу. Вы себе не делали? Ну, сам нет вот такого вот. Когда в салоне. Фейт. Фейт-стрижка. Когда постригли, но ничего не изменилось, да, но 1500. Когда плавный переход от нуля идет, то есть у вас макушка остается, в принципе, такая. Скиллс можно. Если правильно дышать. Ну, если мало ли там кожу защемите, тоже ничего можно, страшного. Можно, да? Немножечко. Диман. Надо не, не надо, лучше это потом. Челы пишут, что в ноль лучше. Постричь. Стыпь. Ну, час точно. Ну, да, это довольно. Вот этот мастер, который 30 минут делает, его долго ждать? Да, Дима, давай другой раз. Чел из памяти просто. Чё? А как? Терпимо? Да. Сказал, тебе нужно потом уши будет вытереть, потому что когда тебе брили бороду, у тебя волосы там. Окей. Мне кажется, в ушах растут только у взрослых мужчин волосы. Блин, у меня на ушах, у меня не в ушах, у меня на ушах растут. Это считается, что взрослые, да? Нет, я именно про то, что именно прям внутри, ушах, да? Да. Типа, когда там, не знаю, 65. Ну, тогда да. Сколько бы вы ему лет дали? Можно я промолчу? Да. Ну, в смысле? Ну, примерно. Вы мне можете примерно дать. Я не обижусь. Я бы тоже промолчал бы. Ну, то, как выглядите и то, как разговариваете, это разное. Разговариваю постарше, выгляжу помоложе, да? Да. Серьезно? Я думаю, наоборот. А сколько? Ну сколько? Ну, примерно, интересно просто. Нет. Да нет, да нет. Нет, 45 я приму. Да не, нормально, нормально. Он не обидится, нормально все. Потому что всегда... Не, говорите, да говорите как есть, ничего не будет. Да. Ну, около 40. Да, так и есть. Так и есть. Все, скиллс на стриме, я ушел. Эл. Может, тебе что-нибудь выщипаем тоже? Ну, я, кстати, думал. Еще да? В Питере сходить дам. А у тебя... Угу. Ну, прям очень? Да нет. То есть ты всегда так выглядел, да, с Трикси примерно плюс-минус? Ну да, коротко. Так, надо сейчас под... Кайф? Слезаться глаза. Не слезаться. Слезаться. Это из-за того, что закрытый. А? Это просто из-за того, что я закрытый. Не чего-то грибал. Ну, а я не думаю, что они прям слезятся. Вот зажатые были глаза просто, и когда, ну, типа, не видно дёргают... Ничего. А? Не видно. А где ты? Ой. В смысле, почему не видно? Ну, не видно было твоих глаз. А где? А сейчас видно? Сейчас видно. Вот я вот так вот сидел, вот так, зажатыми, просто из-за того, что резко открыл, и тут свет. Скорее всего, из-за этого. Да. Ну, типа, я так думаю. Не знаю, я не эксперт, конечно. Кто будет запускать сейчас? Диман, наверное. Я. Давай, Димуля. Красоту. Не, ну, типа, когда ты хочешь. Ну да, лишнего нету, видишь, все, типа, что? Да. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Хорошего дня. Спасибо. До свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Оно зависло, да? Нам туда. Бай, такое, нужно свернуть вот так, видите, как я свернул и развернуть.
Подожди. Подожди. Да мне видно будет. Не видно, братанчик. Ну-ка, на, лучше. Подержи. Есть какие-то салфетки влажные? А, держи-ка. У тебя нет, Ванёк, салфеток? Нет. Может, хуем, Диман, промоешь тогда мне? Вкусил, Ванёк, зайти. Чисто вас насрали на уши. Ну, пойдем, да.